Доброе утро всем, всем, всем. Мы проснулись. У меня Игорь уже в машине. И сейчас я хочу еще выпить коктейль с женскими витаминами. Поедем заниматься спортом. Вот, кстати, смотрите, видите, у меня две полочки здоровья. На верхней полочке у меня сухие завтраки. Вот такие вот, да? И на другой полочке у меня, посмотрите, коктейль-то закончился. Почти что уже остался один, видите, один белковый коктейль. Синенькие витамины Wellness, это мужские, видите, с левой стороны. И вот здесь, с правой стороны, по крайней мере, от меня с правой стороны, это у Игоря витаминки. Супы спаржи, раз, два, три, четыре коробочки спаржи и трое витаминов женских. Да, вот эти витамины Игорь у меня пьет мужские, и вот эти тоже распечатанные. Мне сейчас нужно будет распечатать коробочку белкового коктейля. Сейчас я его выпью, и мы поедем заниматься. Вот, кстати, я себе коктейль сейчас я хочу на воде. Чистая вода, мы прямо из-под крана пьем водичку. И женские витаминки, суточная норма для того, чтобы мой организм получил все самое необходимое для женщин. Синяя упаковочка – это женские витаминки. Ну все, всех с добрым утром и желаю отличного, бодрого настроения. Нам в этом помогают чувствовать себя здоровыми, красивыми, бодрыми. Конечно же, мне женские витамины, Игорь мужские и коктейль белок. Ну и все. Пью коктейль и сажусь в автомобиль к Игорю.